два юбилея и два старейших вуза страны. Между Санкт-Петербургским и Московским университетами состоялся научно-практический семинар «Две столицы». Он прошел в формате телемоста в честь 300-летия СПбГУ и 270-летия МГУ. Преподаватели и студенты кафедры телерадиожурналистики Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ и Высшей школы телевидения МГУ обсудили аудиовизуальные медиа и возможности применения современных научных достижений в образовательном процессе. За большие традиции сотрудничества с Московским университетом, и эти традиции, они уходят там далеко-далеко. Вот. Но сегодня важно, что? Важно, что мы расширяем это сотрудничество. То есть мы не просто с привычными факультетами, факультет журналистики Московского университета, политологии, но мы вышли на другой, скажем, факультет. Вот. И нам кажется, что именно сотрудничество с факультетом вот во главе с Третьяковым придаст какое-то новое движение и новое понимание роли телевидения вот в современной журналистике. В рамках семинара прошел конкурс на лучшую видеоработу. Трое студентов СПбГУ и трое студентов МГУ представили свои материалы на суд преподавателей и получили конструктивную обратную связь от представителей Московской и Петербургской школы журналистики. Видение у двух столиц разное. Это хорошая возможность поучиться друг у друга и перенять лучшие практики. Я всегда пытаюсь любую работу, которую смотрю, смотреть с точки зрения среднестатистического зрителя. И вот вас мне показалось иногда эмоционально перехлёстывало. То есть вам немножко, вы настолько, вероятно, эмоционально энергичный человек, что хотелось немножко вожжики вам применить. Вы на будущее учтите, потому что прямо взрыв такой, взрывная ведущая. Но работа в целом, я думаю, состоялась, конечно. Спасибо. Мы решили это мероприятие сделать для того, чтобы понять, какие плюсы есть у наших студентов, что хорошо в работах наших студентов, оценить работы студентов Московского университета. Это очень важно нам показалось, чтобы обменяться опытом, чтобы понять, как работать дальше. И мы надеемся, что вот это сотрудничество, которое сегодня начинается, и будет иметь, конечно, продолжение. И надеюсь, это будет не последняя встреча. Мы будем дальше общаться, встречаться и делать телевидение лучше, телерадиожурналистику лучше совместными усилиями. По итогам конкурса жюри, которое возглавили декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков и директор Высшей ЖМК СПбГУ Анатолий Пую, выбрало лучшие работы. Победителями от МГУ стали Ксения Важенкова и Валентина Зарицкая с материалом «Город Жуковский», а от СПбГУ Мария Крупенько с зарисовкой «Подружайки». Встреча мне очень понравилась, было очень интересно пообщаться с московскими коллегами, с преподавателями и еще раз услышать мнение наших петербургских преподавателей о моей работе. Это возможность развиваться, становиться лучше, поэтому я осталась максимально довольна встречей. Поздравляем студентов с признанием их мастерства и надеемся, что журналистские школы двух столиц будут и дальше активно сотрудничать друг с другом и общими усилиями воспитывать профессиональные кадры для российской медиасферы. Анастасия Крюкова, Вячеслав Макаров, Алексей Чубко, медиацентр СПбГУ.